Бой с Джейкобсом как бы показал, что я могу конкурировать, что я очень хорошо провел бой. Daniel Jacobs and Sergey Derevyanchenko. Что после боя как бы еще силы остались, и надо было его с 7-го раунда темп поднимать, и как бы к 12-му раунду уже было Джейкобу тяжелее. For your winner by split decision, Daniel Jacobs. Джейкобс провел равные там хорошие бои и с Трипл Джи, и с Альваресом. Да, я, конечно, смотрел этот бой его с Джейкобсом. Но там у нас разные истории. То есть боксировал я с Джейкобсом, то есть я его отправил в нокдаун. Бой был для меня, скажем так, легкий. Здесь ситуация была наоборот. Он боксировал Сергей с Джейкобсом. И как мне показалось, то есть бой был более легким для Джейкобса. Ну, как бы, да, я могу как бы конкурировать в этом весе и хочу как бы всех пройти. И тогда ты как бы, если ты проходишь вот эту там четверку, там пятерку, то ты становишься лидером мидлвейда. Хоть он и был главным претендентом на за звание драться неоднократно, но он еще не в том статусе, чтобы быть чемпионом действительно в этой весовой категории. Я обязательный претендент, и я в любом случае боксировал бы за этот пояс, за IBF. Если там не с Геннадием Головкиным, то с другим боксером. Ну, то есть он пытается доказать, что он действительно заслуживает того места, где он находится, то есть и превзойти. Или один удар может поменять твою жизнь.